Всем привет с дождливого Ливерпуля. У нас очень сильный дождь идет. Можно солнце. Выбираю джинсы себе. Честно говоря, не знаю, какие хочется мне больше. Не, ну посмотрите, с этим пиджаком вообще. Очень классно. Пиджак надо брать. Я сейчас иду в библиотеку, это центральная библиотека Ливерпуля, одна из самых больших. Смотрите, какое красивое здание. Это идет и музей, и там чуть дальше библиотека. Тут же у нас расположен павильон для мероприятий, при нем такой парк, мини-парк. Вот она, наша библиотека. Посмотрите, как красиво. Какая красивая, интересная дорога ведет к нашей библиотеке. Тут же идет у нас кафе. И дальше идет 4 этажа, и все они заполнены огромным количеством книг. Так, тут есть огромное количество компьютеров, люди работают, учатся. Вообще, я пришла сюда для того, чтобы найти себе книгу на английском, чтобы мне было интересно. И я хочу понять свой уровень английского, могу ли я уже читать. Вот, поэтому найду что-нибудь на английском, какую-нибудь книжку. И, может быть, что-нибудь на русском возьму. Так, тут есть островок с книжками, допустим, на разных языках. Вот, Community Language. Можно прийти и найти книгу на своем языке. Так, на французском. Итальянском. И где-то здесь были книги на русском. Курдиш, Полиш. А вот Russian. Давайте посмотрим. Смотрите, книги Гарри Поттера. В принципе, именно вот на русском не особо большой выбор. Книги на украинском есть, на арабском. И также обучающий стенд. Тут у нас представлен совершенно другой стенд, но посмотрите, я нашла книги русских писателей, Пушкин, Толстой и так далее. А также были книги даже на русском языке. Я нашла книгу Шарлотты Бронте, но, спойлер, она мне не зашла. И
Я подошла на стойку регистрации, чтобы зарегистрироваться и выбрать карточку читателя. Посмотрите, нужно выбрать дизайн. И я, как фанатка нашей футбольной команды Ливерпуль, выбрала вот такую карточку. Всем привет! Мы вышли с сыном на прогулку, вернее, мы идем в центр кушать пироженки и берем вас с собой. Скажи всем привет! Нет! Ну, пожалуйста. Поздоровайся. Нет! Сидим, ждем свой автобус. А ты сказала автобус? Fly me to the moon and let me play among the stars. В этом павильоне чаще всего проходит свадьба. Так, мы пришли играть в игровые автоматы. Он находится в торговом центре Stay Jones. Такой небольшой, но довольно симпатичный. А я хочу пока попробовать выиграть что-нибудь здесь. Так, 50 пенсов. Ну что, попробуем. О, so sad. Я выиграла бобрикутик. Ну, конечно, твой. Чупс выпал? Да, вон он, бери. Доволен? Так, мы пришли на Уолл-стрит. Людей очень много, так как сейчас суббота и Easter holidays. Вот оно, наше кафе, которое я хотела посетить. Я, кстати, здесь буду в первый раз. Мы только пришли, и Адам уже разнес пол кафе, да? Хулиган. Здесь очень красиво, мы ждем свой заказ. Сказать, что это очень вкусно. Очень вкусные пирожные. Имейте в виду в этом месте прям вообще. И, кстати, очень вкусная латте. Огромное количество кафе, ресторанов, как и турецкой кухни, арабская, в общем, халяльных кафе много, греческая кухня. А ты что делаешь, хулиган? Да. We'll be right back.
Смотрите, на всю улицу центра получается включен Коран. Мед для ушей просто в центре. Собирает корм для птиц, чтобы покормить их дадом. Себе какую-нибудь верхнюю одежду на весну, на теплое время, но что-то пока ничего не могу найти. Вот кожанки интересные, сейчас одеваюсь. Черная. Цена 29 фунтов. Я хочу зайти в Кенджи, не знаю, насколько правильно я сказала название, но здесь очень классная канцелярия. Вот они, мои любимые ручки, они просто идеально тонко пишут. Какая-то еда продается, снэки. Не знаю, насколько это вкусно, я не пробовала. У нас первый этаж торгового центра под открытым небом, как я говорю. Парфюмы из моего виш-листа, если что, имейте в виду. Аромат моей мамы. Просто ностальгия.